Ладно, все, давайте начинать. Поехали. Получен кейс. Получено украшение. Я, кстати, не покупал никакие делюксы, я только предзаказал вчера игру, чтобы сегодня скачать. Основной сюжет. Возможно, игра чуть-чуть громковато, я на всякий случай... Чуть-чуть, я сейчас сделаю. Что всегда могу сделать громче тут. За сколько денег потом разом будет у тебя, когда все получится разобрать? Да это на самом деле не так много, потому что в первые же месяцы сабки упали за счет того, что мы всем говорили не сабаться, потому что все знали, что не будет Twitch никого, никому возвращать. Деньги. Хардкор. Противники сильнее, испытания сложнее, некоторые предметы стоят дороже. Для игроков знакомыми с Resident Evil 4. Обычно при поражении сможете изменить игры, игры на упрощенный. Ну, поехали. На максимальной сложности. Хардкор. Хардкор. Еще не начали играть, а уже чемоданы. Завезли, да, получается. Культиста. О, нет, лицевая анимация, как в 2000-х. Жесть, предлагаю бойкотировать, не покупать игру. Капа. Сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Амбурера. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Мистер Президент? Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. А, да. Да, музычка, музычка полка. Да, озвучка удивительная вообще. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так. Захолустье. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Брикаду по сюжету я не шарю. Ну, он едет искать дочку президента. Я тебе раскрою один секрет. Куда-то в какую-то деревушку. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Где-то в районе Мексики или что-то такое. Для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Ну, и это как бы Леон. Вы постараетесь мне. Классический персонаж. Который первый день на службу копом заступал в Raccoon City. Его в красавец Атош. Так, ну вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? Спойлер, его не убьют. А, пока что. Курить будешь? В игре представлены сцены, пропагандирующие курение и так далее. Не смотрите, ни за что не играйте. Здесь в Европе вроде, Италия или Испания. Блин, я думал где-то в Америке. Ну, и...
Республики Америки или что-то типа того. Ну я опять же, я могу быть неправ, да. Как бы слышу испанский язык, а так. Что-то он там не торопится. Стоп, я думал, ну, в оригинальной части он же вроде вернулся все-таки в машину. Может, сходишь, посмотришь, что с ним? И они потом вместе поехали чуть дальше, и уже потом они бросили Леона на произвол судьбы. Я побуду тут. Они говорили, что они чуть поменяют сюжет. Помогли, нечего сказать. Ля, как куртка меховая красивая, видели? Прям каждую ворсинку видно на этом. Графончик был балдеж. Так, тык-тык-тык. Чё по феписам, кстати? 80. Нормально. Ой, я могу обратно уйти? Класс. Выясните, в чем дело? Мне страшно. Пусти меня обратно, пожалуйста. Там зомби. Я уже насмотрелся на них. Кью, быстрый поворот перса. Присед? Что это вообще? О боже мой, кто это управление придумывал? Сапог. Занюхни сапожка, Леончик. Вороны, а у меня есть пистолет, кстати, уже или нет? Там же с ворона лут сыпется. Так, ну это какая-то колючая проволока. В нее, наверное, лучше не входить. На всякий случай. Немножко не очень прям быстро двигается. Ну, наверное, это норма ставить такую сенсу, я не знаю, для производительности. Ой, да, для производительности, говорю, для кинематографичности на стриме. Как выглядит вообще красиво, картинка нормальная, ничего не лагает, мало ли. Потому что у меня видюха помирает. Еф. А вот вороны. Блин, что, даже инвентарь не дают пока открыть. Вон. У тебя GoXLR мини или большой? GoXLR у меня полноценный, большой. В минке же половина функций нет. Правда, кто использует их, эти функции, на самом деле, типа? Кому вообще нужны эти функции? Я присесть, ага. Но GoXLR штука крутая, я бы ни на что не обменял. А, ну не, мат и кашля кнопка есть и на маленькой версии, типа... Вот... Кашля кнопка топовая, и скажи хуй, да, это, конечно, класс. Здесь есть всякие там робовойсы, хартюны, запись звуков, типа, да, там. Сливы не обсуждаем. Вот это все, оно гораздо менее юзабельно, чем кажется на первый взгляд. Так побаловаться, а потом. Ты сам настраивал или через гайд? Вроде по гайду настраивал, все равно шуром есть чутка фоновый шум. Я настраивал сам, у меня все настроилось довольно легко с первой попытки. Пытки практически, если интересно. Да там же самое основное, типа, какая, типа, основная настройка GoXLR это просто setup mic. Mic setup нажимаешь, там gate этот уровень выбираешь, и вот уже от уровня играешь. Эквалайзер у меня все на ноль, все на ноль, все работает нормально, типа вот mic настроен на динамическом на 37 у меня. Вот, у меня 37 дБ, если интересно. Или 57, я только что сказал. Короче, мне уже лень альтабаться. 37, то ли 57.
Ну, Феписы, смотрите, 70-80, даже сотка есть. Неплохо, наверное. Я бы, конечно, 60 ее ограничил, чтобы... На стриме, наверное, не было проблем. Есть кто? Тадайма! Кайринасай, Реон-кун. Реон-тян, я бы даже сказал. Примитивный медальон. Судный день грядет. Насчет шумов. Шумы, наверное, могут быть, если у тебя плохой кабель. XLR-овский, если так подумать. Может быть. Или, может быть, не динамический микрофон выбран. Хотя он динамический, а ты типа выбрал какой-то другой. Он поэтому там сильнее гейн на него работает. Не знаю. Джинга, доброе утро. Я хочу, что это знакомая хатка какая-то. Вроде нет. Просто эльфин. Так, здесь нужен ключ. Камбалак, доброе утро. Приветики. Привет всем, кто подтягивается. Здорово. Такой вообще на... Простите, что я без спроса. Вошел. Буску он полиси. Биноаки. Ходил, получает. Так, где будет? О, пинок классический. Класс. Фига у него нога. Шею ломает. Плохо дело. Ключ от охотничьего домика. Так. Пистолет просто на ПКМ. Кинжал, ножичек просто на этот. У ножа, кстати, заканчивается прочность. Об этом тоже вроде как говорили. Мы там в видосиках видели все такое. Казалось ли это, типа, дверь была? Точно нет секрета никакого. Варива. Ну и вонь. Когда нажимаешь кнопку, чтобы отменить этот осмотр предмета... Блин, бочки же должны ломаться, сразу нет? Он достает пистолет на секундочку. Ой, это что лежит? Ага. Национальная полиция. Марио Фернандес Кастаньо, офицер. Жетон полицейского. Полисья. Получен документ. Я готов. Так, когда останавливаешься, пистолет прицел немного лучше. Да. Много лучше целиться. Блин, теперь можно уйти обратно и ворон поубивать. Вы думаете, я этого не сделаю? Где мои вороны? Сейчас из нее какой-нибудь алмаз выпадет. Или нельзя? Блин. Он раньше в окна выпрыгивал. Ну ладно. Фонариком, прикольно. Так, ну я готов ловить ебаку вот справа, прям вот прям вот справа, вот прям вот он вот тут вот ждет за углом, нет?
Бля, гигантская крыса. Жесть. Может, ее надо было убить? А вдруг у нее в жопе гигантский алмаз был, который можно было бы продать? Ну все, минус главная секретка игры. Вещи собираете уже? Нет, нет смысла, мы за день все соберем. В четверг, пятницу соберемся и уже будем отдыхать и просто готовиться к уезду. У нас же главные вещи — это мой комп и Янин комп, и все, и мониторы, а их собрать, типа, ну, час, плюс там в пупырку запаковать все. А уже остальное все одеждой закидать, там, одеждой всякими пледами, там, не знаю, постельным бельем. Че там собирать? Камера стримера закрывает интерфейс с ХП и Патриком. Я подвину чуть-чуть, спасибо. Эй! Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Интерфейс, говоришь, закрываю. Да, ровно, я ровно сижу на хпшке. Сейчас подвину, это важная инфа. Получается, вот сюда придется двигаться. Блин, а можно просто в игре расположение интерфейса поменять? Типа слева, чтобы было. Расположение динамиков. И наушники. Громкость попадания. Управление. Цвет прицел, биосенсорный прицел. Шутки настройки. Камера, инверсия, скорость. Нет недели собираться всеми вещами, одежда, постельным, посудой, всякая домашняя фигня, плюс мой стол и стиралка, фига себе, у тебя всего, да. Переезд, да, это сложно. Ну, короче, походу нету, да? Разрешение видеороликов 4К? Зачем? Ну, ладно, если я их вроде ролик смотрели и хватило качества. Ну ладно, значит придется... Может, ФОВ побольше? Да не, нормально. Значит, придется себя куда-то вот сюда вот двигать, чуть повыше над хпшкой. Ну-ка. О, нормально. Хорошо видно. Может, чуть-чуть правее, что идет. Дальше с переездами все нормально будет. Я думаю, нормально все обойдется. Так, что здесь? Никаких коробочек? Нет, ничего. Вы видите, нажимаю ПКМ, чтобы отменить обзор, оно. Что это? Это мой дорогой друг. Я не знаю, что это. Зомби-чел! Жесть, он страшный! Ну, конечно. Минус пол хп. В смысле ты еще жив? Час от часу не легче. Ядрить! Надо им ноги отстреливать, наверное. А чё они такие живущие? Может, прям под чат вебку? Да не. Слушайте, может это... Может в стелс поиграем? Не хочу я с ними драться со всеми. У меня столько патронов нет, они какие-то живучие. В Nice Death прошли. Ну, одно полное прохождение на первом возвышении.
Так там еще 10+. Your Friendilia, приветствую. Давно не заходил. Жизнь нормально, переезжаем в Армению из Турции, потому что здесь отказывают ВНЖ. Оп. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган, говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Мне пора. До связи. Аня. Прыгай в окно. Их слишком много. Не смею задерживать. Сербию не рассматривал для переката. Вроде подешевле, чем в Турции. Да и к русски там очень лояльные отношения. А мы в Армению едем, потому что нам помогают с переездом. Я не работодатель. Вот. Там и трудовой договор, и ВНЖ, и все-все-все. А так Сербия звучит прикольно. Сербия, Черногория — очень классные страны. Анимация быстрая, да, прыжка была. С первого раза прошел на лайки, но ты с первого раза прошел, я так понимаю, этот, как он там называется? Короче, четвертый мир, где майор с ракетами, а миров там, ну или, или он третий, я не помню, а их там пять. Там еще потом открываются дополнительные локации, они охренеть какие сложные. Приехал из каких соображений, все из-за СВО? Ну, типа того, деньги в России не заработать, Twitch не выводит, работы в России нет. Яну уволили в сентябре одним днем, российская компания айтишная. Типа... Вот они, первые вороны. Порох. Ага, отлично. А, ногой теперь ломает, не надо там ножом неудобно бить. Это хорошо, кстати. Это прикольненько. Че, еще вороны? Да, планирования не существует. Просто стабильности жизни никакой. К сожалению. И это очень грустно. Порох 2. Меню «Изменить кейс». Добавлен новый кейс. Сохранение игры. Хранилище предметов, чтобы сохранить, воспользуйтесь любой печатной машиной. Чтобы менять оружие, доступное в вашем снаряжении, воспользуйтесь меню «Хранилище». То есть они сундук убрали, все теперь здесь. Что значит кейс? Золотой кейс. Ладно, красивенько. Патроны пистолета редкая. Плюс 30% бонус при создании патронов для пистолета. Украшение. Эй, куда делось? Оно же только что вот здесь было. На кейс надевается. Это типа какой-то бонус за предзаказ. Ну ладно, не буду отказываться. Не думаю, что игра будет ультрасложной, даже если мы вдруг не будем крафтить патроны со скидкой в 30%. Ну да, будет немножко. Тот факт, что может быть патронов для пушек будет не хватать в какой-то момент. Это всегда прикол резиков, но... Ну ладно, тебя не успею, я недостаточно хорош. Волчонок. Привет, хорошего стрима, настроения, спасибо за шини, тебе хорошего дня. Так, я кучу наград пропустил, разминаться я не пойду, мы только начали стрим. Глазки закапываю. Или не закапывай, потому что он не хочет капаться. Угу. Понимаю, с 31 по 2 апреля стримов не будет. Ты знаешь, нет, скорее всего, стрим будет уже 2 апреля. Мы приезжаем
уже в субботу у нас будет целый день, чтобы поставить компы и посмотреть, работает ли нормально интернет и так далее. Возможно, тестовый проведу прямо в субботу где-нибудь вечером на новом месте. А в воскресенье, помимо того, что будет стрим, возможно, будет особый ивентовый стрим. Меня там Игорь ГХК позвал на своего мастера Игорей. Я согласился, но может быть не получится, если будут траблы с инетами, с компами или с чем-то еще, то есть с мониторами там и так далее, и так далее. Надеюсь, что проблем не будет и все получится нормально постримить. Вот. Игорей, вот этот ивентик, он прикольный, мне нравится, он меня впервые, ну, уже второй раз позвал, в первый раз я не согласился, потому что игра была, которая мне не нравилась. Вот. Так что, да, 2 апреля, возможно, будет этот вот. Так, здесь надо смотреть на ловушечки, не просто же так нам волка показали, да? Монеточки. Песеты. Песеса. Приезжаем с разницей ровно в неделю. Я на next выходных поеду. И, скорее всего, дня 4 меня не будет с обложками. Понял, принял. Закрепил. Слушай, Джинга, сможешь сегодня сделать ханкай сразу после стрима разрабов, чтобы мы его на ютубчик быстренько выложили? Кажется, они меня видят, да? Кажется, видят. Так, кнопочка F. Нете, в помойку. Он же все, он мертв, да, он мертв. Во, эти челики попроще, чем первый. Первый прям такой зомбарь-зомбарь был. Давай-ка мы тебя добьем на всякий случай, а то неприкольно. Охренеть, нож потратился, я типа... Одно добивание или отбивание минус четверть ножа. Жестко. А он здесь такие вертухи крутит, Ян. Он еще это в четвертой части классика была. Он здесь ногой прямо им лица отбивает. Привет, Нагибчик. Доброе утро. Спасибо, спасибо. Стример заигнорил бан на 3 минуты. Блин, ну какой бан? Ну мы только стрим начали. Ну пипега, ну хватит, ну успокойтесь вы, ну заказывайте. К этому, не знаю, стрим идет 6 часов, народ чилит, и их надо разбудить. Ну не буду я сейчас бан. И разминаться не пойду. Че началось, блин? Еще игра новая. Буду сидеть, молчать. Вот, вы, конечно, клевые очень. Вы смотрите, вам весело. Вот люди придут и начнут писать, а, стример. Ну, это специально, короче, я понял, что меня отвлечь. Кстати, урона как будто бы и не получил особо. Ага, стоит, ждет. Я тебя помню. Так, иди сюда. Блин, ну Ита должен быть поумнее. Уж из домов-то он умеет выходить. Оу, в смысле? Топоры не тает. Окей. Ну, пока что прям четвертый резик. То, что мы играли в первых часах, то же самое происходит. Та же самая лачуга с этим челом, который нам в бок пытается пробить. Красная трава. Ага, полезно. Самое интересное сейчас будет деревушка на выживание, да? Как же отвратительно была эта деревушка на выживание в... Достать, бросить. Ну, я очень надеюсь, что мне не сильно пригодится. Если будете гулять, советую пойти на Северный проспект и в каскад. В первую очередь мы, скорее всего, пойдем в какой-нибудь рестик. Посидим, покушаем, отметим переезд. Вот. Вот, ну а в воскресенье мне уже стримить придется. Ну, по крайней мере, первую половину дня. У резика озвучка, и для баланса тебе надо говорить на английском. Ясно. Стример из Англии. Ну, я не буду альтабаться, даже баллы вам возвращать. Верну через 4 часа, пойдем. Ханкай. Да, это что было? Была башка. Еще головы на этой. Забудет.
Да, может быть. Я говорю, у меня теперь нет второго этого. У меня теперь нет второго монитора, поэтому мне сложнее. Охренеть. Блин, а здесь нельзя сейвануться перед этим местом, да? Чтобы, если я здесь сольюсь, типа... Там же не было... Там вроде не было сейва. Курочки гуляют. Сейчас жесткая лока будет. Спасибо за донат. Спасибо большое, сейчас бодя. Бужу стримера. Донейшн аксептед. Спасибо, спасибо большое. Еще и Коко врубили. Да, Коко здесь гуляет. Спасибо за поддержку. Я, к сожалению, не увидел Ника. Я за экраном остался. Зеленая трава, отлично. Так, создать, смотреть, закрыть. Вы можете создавать предметы, используя ресурсы, быстрый доступ к оружию. В смысле? Это так странно. Смесь трав. Смесь трав. Жесть, это так непривычно. Создание, такое создание предметов. Так, создать патрон для пистолета. А, еще что-то нужно. Еще какая-то, не только сам порох. Лечебный спрей один есть. Стелс экшен! Бабулька! Да, минус чуть... Ну, в этот раз поменьше, кстати. Поменьше от ножа упало. Блин, вот бы ведьмачье чутье сейчас, чтобы за стеной увидеть, есть там какие-нибудь челиксы или нету. Не, ну смотрите, я пока постелся, даже деревню всю не нагрел. Новые материалы, вот они, для патронов. Хорошо, потрошки есть. Тут кто-то тоже стоит, ждет нас. И там что-то чем-то своим занимается, он мужик с тележкой. Блин, тут вот это вот вроде раньше башня была. Я помню, что где-то в этом углу была как раз башня. Блин, если сейчас кто-нибудь придет и увидит эту папку, а можно ее перенести? Мне кажется, они услышали. Нет! Бомжи нападают! Ноу! А чё, нормально, что они меня... Типа, вообще окружили в этом доме. Мне отсюда никак не выйти. Видимо, плохая была идея прятаться в доме, да? Окей. Все, пошли, пошли, пошли. Живем. Живем, мансуем. Топорики метают. Ля бабулька. Некогда мне тебя бить, пойду лучше вон курочку убью, с нее ничего не выпадет. Трава. Ага.
Отстаньте от меня. Нет, нож. У меня есть какой-нибудь додж там или что-нибудь такое? Ну, нож есть, я к тому, что... Блоки! А, бомжи! Отвали от меня. Как бы в дома полезно заходить, но... Ага, здрасте. Какой он мерзкий. Понял. Все, ножа больше нету. Ой, нет. Ау! Топор в плечо, больно. Хе, стоять. Надо бы флешку юзнуть по-хорошему, да? Патронов почти нет, ничего почти нету. Он идет за нами, я слышу эту пилу. Да как ты... Здесь нельзя что-нибудь как-нибудь закрыть, нет? Ой, не-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 не. Стоять. Жестко. Боже, эти... Деревня, конечно. А тут есть выход в другую дверь. Предлагаю туда уйти. Ай, баба меня, блин, по лицу ударила. Давай уже, когда там? В первой части эти, они, конечно, не были такими быстрыми. Ну, вроде почти. С первого трая. Найс. Эззи. Я помню, в 8-м резике я эту деревню трайхардил час на максимальной сложности. Может быть, полтора. Такой, а, чил, да, прятаться не буду. Mm-hmm. Привет, Азера, стрим разрабов в 14:30. Название стрима есть эта инфа. Фух. Надо было гамбу сделать, пройдем ли с первой попытки. Я, наверное, не совсем узнал, этот человек, чей ник раньше никогда не мог нормально выговорить. The Real Mist. А, да, и правда давно не заходил. Я помню твой ник. Куда это они все? В кино, что ли? В кино, что ли? Typical American такой. Что-что, а кино по расписанию. Блин, я в киношку хочу, на самом деле. Киношка, это круто. Кстати, а в Армении идут киношки на русском, там, на английском языке? Лучше на английском, кстати, даже. Люблю на английском смотреть в оригинале. Так, ну получается, пролог пройден. Первая деревня с первой попытки.